Бисмиллахи ррахмани ррахим. Алхамдулиллах. Вассаляту вассаляму аля расулиллах. Аля алихи васхаби ажмаин амма баад. На этом уроке мы проведем морфологический разбор 20-го аята. Усуйиротил джибалу факанат сараба. Ва альвау это харф, а значит не будет рассматриваться этой наукой. Суйрат это фиалун мадан, глагол прошедшего времени по модели фуилат. Суйра это фиалун сулатиюн мазидн фиихи харфун вахидун. Это трехбуквенный глагол с добавлением одной буквы, подобной второй корневой букве «я», порода «фа'аля». «Гайру сахихин, гайру сальмин» – нездоровый, неправильный глагол «аджофу», так как его «айн» – его вторая корневая буква – это слабая буква «я». Следует отметить, что только четыре породы из числа пород, производных глаголов от трехбуквенного глагола «аджоф», глаголов, в котором вторая корневая буква является слабой буквой «вау» или «я», так вот, только четыре из всех производных пород от таких глаголов бывают подвержены изменениям, связанным с наличием слабой буквы. Это породы афаля, например, акуама и акама, инфаля, например, инкавада и инкада, ифтала, как иджтаваза и иджтаза, и истафаля, например, истауна и истаана. Остальные производные породы таких глаголов аджов не подвержены изменениям, несмотря на наличие слабой буквы в середине. Например, «фа'аля» – «сайера» – глагол, который мы разбираем. Здесь ничего не меняется. Так же, как и в правильном или здоровом глаголе, например, «каббара» или «саббаха» и так далее. Другие примеры – «тасайера», «тасайера», «такавуля», «кавума», «кавума» и так далее. Глагол «сайера» образован от трехбуквенного глагола «сайро-есиро» – «сайера-есиро» в основе. Как мы сказали, путем добавления буквы, подобной второй коренной буквы. Следующее слово – это «аль-джибалу» по форме, по модели «фи'алун», являющийся множественным числом слова «джабалун». Значит, «джибаль» – это «исмун сулатиюн мазидун фиихи харфун ваадун» – трехбуквенное имя с добавлением одной буквы «альфа» между «айном» и «ламом», между второй и третьей коренными буквами. «Сахихун салимун» – так как его корень «джабалун» – свободен от трех недостатков. Следующие два слова – это «факанет» – «фа» и глагол «канет». Мы подробно поговорили о них в предыдущих аятах, поэтому не будем повторяться. Следующее слово – это «сараба» по модели «фаалун». «Сарабун» – это у нас «исмун сулатиюн мазидун фиихи харфун вахидун вахуль алиф». Трехбуквенное имя с добавлением одной буквы, с добавлением алифа между второй и третьей корневыми буквами. «Сахихун салимун» – правильное, здоровое имя, несмотря на наличие алифа, так как алиф здесь не корневая буква, а добавочная. А что касается его корня, син, ро, ба, то среди них нет ни одной из тех причин, из-за которых им становится гойру сахихан или гойру салим. Аллаху алям.